Приветствую вас. Я думаю, что проблема была и раньше, то есть вот ваша проблема, что вы не можете найти смысл жизни, метаетесь постоянно, на работу не приносит удовольствия и так далее. Я думаю, что это было и раньше, просто вы как-то вот либо этого не замечали. Вот, либо вы этого не замечали, либо у вас это сильно обострилось после того, как вы расстались с молодым человеком. Такое бывает, когда, вот в данном случае, вы вместе с молодым человеком, совершенно очевидно потеряли для себя, во-первых, это очень важное, вот, на что косвенно указывает тот факт, что вы не можете его забыть, хотя встречались с ним всего месяц, вроде как, ну, если я вот правильно вас, если я вас правильно понял. И с другой стороны, восприняли на свой счет его разрыв плана. То есть это вот еще один такой достаточно мощный удар, если вы восприняли на свой счет то, что мужчина решил с вами расстаться, к примеру. Вот. И, в общем, эти моменты, вот именно эти моменты, они и влияют сейчас на вас. Вот именно сейчас, в данный момент, влияют на вас эти моменты. Но понятно, что проблемы, которые были до этого, они, понятно, тоже, в общем, дали о себе знать какой-то такой новой перспективе, вот, и, соответственно, сперва вам нужно помочь преодолеть расставание, которое, очевидно, вас, гложет, вот. Это первое, с чего нужно начать, вот, а дальше уже, я полагаю, что ситуация как-то откорректируется, и вы увидите, в чем, собственно, проблема. Вот, то есть и смысл жизни увидеть, и к своим желаниям прислушать с помощью специалиста. Вот. То есть это все вполне себе решаемо. Вот. Ну и энергию, которую вы тратите, да, на что-то из-за чего у вас ее нет сейчас, тоже как-то вот надо бы отследить, вот. Потому что
необходимо понять, на что она у вас тратится. Энергия, на что тратится. Куда вы ее расходуете, вот. Ну и после этого уже будет опять же, как-то вот все более очевидно, чем сейчас, чем на данный момент. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!